Остерегайтесь подделок. Настоящее утро. Утро со звуком. Только на Радио 13. Денис, ты со мной согласен, что именно здесь настоящее утро? Да, с учетом того, что я только что зевнул. Да, здесь оно настоящее. Да, здесь оно нормально. Так, что у нас продолжается? Живое общение, вопросов кучка. Вагон и маленькая тележечка. Вот. Мафаня спрашивает, к Пасхе все приготовились? Есть, да, я зеленкой уже покрасил свои. Вот. А есть, между прочим... Надеюсь, показывать не надо? Не-не-не, не обязательно. Мы же приличная радиостанция. Это как этот, знаешь, вопрос есть такой. Сколько яиц может в руке удержать девушка? Какой правильный ответ? Лейла. Я понимаю, что это радио, мне нужно говорить, но я промолчу, друзья. Нет, на самом деле вопрос, вернее, ответ логический. Главное, чтобы оба удержала, все остальное мелочи. Я не понимаю, что сегодня происходит. Весна, что ли? Это я принес прошлое всякие настроения. Меня даже уже обвинили, что я извращенец. Да, Денис, да, 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 да. Русалочка. Русалочка. Русалочка так и написала, да. Уже не хочет уже с тобой. Уже не хочет с тобой кино. Упс. Вот. Да. Как узнала твой возраст, уже не хочет кино. Не, Русалочек, на самом деле, может быть, он таким показался, но он вроде нормальный. Ну, вроде адекватный. Вроде адекватный. Вот, говоришь, что ночью до 20. 22, я бы даже сказал. Слушайте, а повторите шутку. Не надо, не будем, пошли. Друзья, у меня, можно я отвлекусь, просто у меня в Твиттере Алена Казанская спрашивает, а что в Москве думают по поводу нового закона, который вступит с 1 мая о дресс-коде в общественных местах. Ну, это то, что нельзя там носить короткие юбки, нельзя там носить леггинсы, нельзя там носить... Да-да-да, теперь ты не сможешь ходить в своих леопардовых леггинсах любимых в общественных местах, только дома. А, вот. На барахолку давай. Ну, то есть, видимо, длинная юбка в пол, что-то вот сюда вот такое, и никаких ни декольте, и ничего. Мне так. Кажется, вот простите, возмущаться но будет мужская часть. Я считаю, что часть. Это ущемление, полное ущемление, ущемление у мужчин всего. Просто дверью дышь. Нет, это что, ну давайте на всех женщин хиджабы наденем. Почему бы и нет? А вот что думают слушатели? Пусть в чат нам что пишут. Что сразу на меня смотрите? Я нет, только за. Нет, я за хиджабы? Нет. Или наоборот, за то, чтобы раздеться? Я начинай. За дресс-код. Нет, я за дресс-код в официальных местах. Не, ну ты представь, представьте такую ситуацию. А что считается официальным местом? Вот что будет считаться официальным местом? Ну вот в Думе, например. То есть перебежкой от дома до трамвая в юбочке можно? Хотя теперь уже нельзя. Нет, почему? Это не официальное место. Или официально? Даже по улицам нельзя будет, мне кажется, ходить. Почему это? По улицам нельзя. Можно. Или напротив, то в трамвае. Нет, подождите. В демократию подожди. Никто не отменял. Подожди. Это, по-моему, да? По-моему, там в курсе, ребята? Не знаю, по-моему, да. По-моему, нет. Будет вход в трамвай, как в клуб. То есть будет стоять Паша фейс-контроль. Так. Блин, Паша, сколько же у него работы теперь будет? Девочка, девушки все на месте так. Кто в брюках так не проходит, а вот кто в юбочках, добро пожаловать. В общем, я думаю, что надо смотреть и надо разбираться. Но если его все-таки примут, мне кажется, это будет категорически неправильно. Да, точно, там три чтения в Думе. Ты что, как только дойдет до определенных людей, они сразу... Куда там? Ну как Кабаева и в нормальной одежде? Не, ну что вы, ребята? Я хочу вам сказать, что она в нормальной одежде ходит. Я знаю, но мне надо сейчас когда... Ну, это так, на всякий случай. Это он говорит про кино поговорить. А, да, ага, давайте, да. Ну, давай Русалочку все-таки, может быть, уговорим. Ну, что-то. На что? Как на что? На кино. На то самое? Нет, пока на кино, ей нет 18. Прикатаем? Что-то прикатаем, ну ладно. А, кстати, сегодня еще же и чистый четверг. Плюс ко всему и... А вы вот так пошлите. И не стыдно вам? Так, а чистый четверг же не в мыслях, а в теле. Ага. Да, вот ты... Можно пикантный вопрос? Давай. Ты сегодня была в душе? Конечно. Я еще собираюсь туда не раз. Даже так? Ты фанатка несколько раз ходить в душ? Конечно, я вот... А потом у меня мама спрашивает, я выхожу с вымытой головой, она меня спрашивает, ты в душе была? И я все время отвечаю, нет, мам, у нас в ванной дождь был. Друзья, у меня звонил телефон. Кто говорит? Кто говорит? Он. Он. Где он? Он, ответьте нам, пожалуйста. Алло. Вот, это Алекс Степ, наша очередная часть утреннего шоу «Утро со звуком». Леха, доброе утро.
Доброе утро. Ну что, я уже скучаю прям без утра со звуком. Привет большой Лейле. Ой, спасибо, Лёшенька. Еще кто-то, но я не понял, кто еще. У нас Денис Лазарев. Человек никто. Нет, как на свист откликается, Лёш. Свисти, и он придет. Лёш, у нас проблема. Проблема большая, помогай. Лёха блогер. Да. А, Лёш, да, напиши блог, может, как-то спасем человека. В общем, короче, человеку нужно в кино. И желательно с девушкой. Брюнетка, блондинка. Желательно, мы еще... это обязательно условие, хочу сказать. Мы как бы еще не определились, блондинка или брюнетка. У нас вот фотоконкурс. Фотоконкурс, все в хиджабах пусть приходят. Да, а размеры нам, кстати, ты, да, параметры-то не обозначил. Ну, я на самом деле... Я не понял, в чем суть, отправить его с девушкой в кино или в чё? Надо да, вот нашего, да, да, на, да, нашего да. гостя Дениса надо отправить в кино с какой-нибудь девушкой. Но перед этим кастинг я устраиваем на Радио 13, прям в эфир. Нет, в эфире подожди, устраиваем Леш, кастинг. Ты не понял, не с тобой мы его отправим в кино. Нет. Что значит договоримся? Да я в курсе, чё, я понял, что ему девушка нужна. Так. Ты поэтому не продела, да, окей? Билеты удастся организовать им. Бесплатно. Я, да, конечно, поход. С меня билеты однозначно. Вот Татьяна ВЛ пишет в видеочате, что он со мной идет в кино. Она уже решила. Татьяна, фотографии присылайте. Так это она, Владивосток. Она, я в сентябре прилечу на саммит АТЭС, и я, кстати, там работаю. Я пойду с Татьяной в кино. Лейла, да, во Владик съездим в кино? Давай. Ну, здесь недалеко, за углом. Ну, а что тут ехать, господи? Да, 9 часов лететь. Да. На секундочку. Сколько там, 12 тысяч километров или сколько? Да. Да. Я предлагаю марафоном добежать. Ну, а что он, Дениска поутру бегает? Это нереально. Владивосток, это нереально. Леха, давай, передавай всем привет, и мы уже пойдем слушать музыку. Окей, всем привет, всему Радио 13, всем радиоведущим. Вообще, всем радиоведущим. Сегодня, по-моему, день космонавтики, если мне не изменяет память, да? И поэтому всем радиоведущим привет! Связаны с космосом, так что и с днем космонавтики. Как связал-то, а? Ты смотри. Подвернул, навернул. Леха, я тебе через пару часиков наберу, еще позвоним, и с тобой там кое-что обсудим. Слушайте, а Татьяна-то, кстати, хорошо. Симпатичная в Владивостоке. Да, ну-ка покажу. Да, вот не покажу. Ну, а да, я должна же оценить. Утро со звуком! Еще больше утра! Еще больше звука!